Всем привет, дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом! И раз уж прошел у нас Новый год, и все получили подарки. Мне кажется, все получили. Надеюсь, что все. Если же вы не получили, значит, вы неудачник. Ну, это нормально. В общем, многие из нас получили подарки, и некоторые меня просили, чтобы я снял видео о том, что я получил на Новый год или Рождество. Поехали! Одна из самых офигенных вещей, которую я получил на Новый год, это эти часы. Офигеть, я просто вообще был в восторге. Смотрите, так вот, в принципе, черный, а вот так вот, когда под цветом они начинают быть голубого оттенка, в общем, офигенные часы. 3 человека умерло, делая данные часы, вы понимаете? Мы их вот сюда вот положим, вот все нормально лежит здесь. Следующий подарок — это еще одни часы, правда, с Микки Маусом на циферблате. Вы понимаете, то, что 2 Микки Мауса, он же всего один, неважно, 7 Дональд Даков и еще кто-то там из Диснея умер, делая эти часы. Еще подарок — это вот это вот замечательное пальто, 5 овец. Да не смешно, ты запарил уже, заткнись. Я не знаю, мне нравится как-никак, оно выглядит довольно-таки нормально, оно теплое, и плюс здесь шарф прилагался к этому пальто, я вообще офигел. Я не знаю, если это пальто или что это такое, в общем, одежда, вот она. Тут такие здоровые карманы, мне кажется, туда может поместиться другой мир. Вообще четко, а пальто четко, а что, не четко, четко вообще, зашибись. Мне нравится то, что здесь типа 2 слоя и типа такое, смотри, видишь, да, обманул, это одна куртка на самом деле. Взял, застегнул, так. Помните, когда вы были детьми, у вас были какие-нибудь куртки на молнии, и вам мамы, допустим, или бабушки, или еще кто-нибудь брали вот так вот, и вот так вот прищемляли вот здесь, как я это ненавижу, вот постоянно вот здесь, а, это самое, самое чувствительное место, по-моему, у человека. Так или иначе, офигенно. Биргу хоть снять мог-то, позорник. Ну, а шарф, наверное, чтобы повесить. А со словами «На, ты воняешь как дальнобойщик», Адам мне подарил одеколон. На самом деле одеколон офигенный просто, и теперь, мне кажется, я пахну не как дальнобойщик, а как сантехник. А, ну и конечно, стопудово кто-то погиб, делая этот одеколон тоже. И все, кажется, они были убиты вот этим вот конкретно ножом, который мне тоже подарили. А что с ним делать-то? Ну он красиво выглядит, на ниточке. Можно, кстати, повесить типа брелка в машину. Мне кажется, это было бы нормально, и если что, под рукой. А еще здесь традиция дарить, короче, вот такие вот, получается, носки. Офигенная штука. Вам дарит там дофига всяких шоколад, конфет, выпала также зубная паста. Есть логика. И это тоже очень офигенно, между прочим. Ну вот, в принципе, и все из основных подарков. И также мне подарили то, что, в принципе, мне кажется, подарили всем. По традиции это... Я это видео сделал не для того, чтобы похвастаться, это видео я сделал, чтобы поделиться моим счастьем вместе с вами. А также я бы хотел, чтобы вы тоже поделились вашим счастьем вместе со мной, поэтому в комментариях пишите, что вам подарили на Новый год, Рождество или что вы там справляете. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья, не забывайте оценить видео, а также подписаться, заходите в группу ВКонтакте и также заходите в Инстаграм. Там что-то да что-то выходит, ну может что-то выйдет, а что-то не выйдет, ну так или иначе, что-то да что-то выходит иногда. Иногда что-то, конечно, не выходит, выходит что-то другое, но иногда может выйти, поэтому... Ну вот, в принципе, и все, увидимся в новых сериях, пока!